Таня с Димой привезли нам прямо из своего сада, с севера, цветочков, пионов. Прям выкопали у себя в саду и везли. Довезли к нам в аварию вот такие прекрасные пионы. Будем сегодня обязательно сажать. Это привезла, потом вон еще привезла цветочки. Так и назовем их Танечка. Пионы белые, Танечка. Всех Танечками назову. Вот эти вот у них бордовые, что ли, розовые. Она говорит, точно сама уже не помню. Посмотрим, как они приживутся у нас. Я Климу говорю, давай сразу, гости уехали. Давай мы вот сюда вырыем и здесь посадим пиончики. И это тоже снимай. Вот это тоже снимай. Генал. Это тоже. Он все равно здесь не растет. Вот давно Ну, надо. почему здесь не Вообще все вот это надо убрать. Это тоже не растет, Диан. Оставили. Сейчас Танюшку посадим. И у нас дома всегда будет наша личная Танюшка. О, какой хороший червяк. Прям. Червяк хороший. Потому что он большой, он потом разрастется. Здесь место хорошее прям для пионов. Вот у меня здесь есть мои пиончики. Девочки, видите, они уже как шикарно. Обожаю пионы. Обожаю. И вот наш урожай. Наши огурцы и помидоры, которые мы посадим. Я такая прям расстроена. У меня тут все полностью. У нас же такие бешеные холода были, девочки. Посмотрите, что стало с моими гортензиями. Они замерзли. Я прям очень расстроилась. Таня тоже обходила мою фазенду и говорит, ой, Линка, у тебя там это замерзло, то замерзло. Я даже не знаю. Они были такие пушистые, такие прямо уже, у него уже цвет появлялся, да? Ну, эти, как кноспин. Бутончики и все. И это тоже замерзло. И розы мои тоже замерзли. В общем, не знаю дальше. Обидно. Здесь тоже, видите, все замерзло. Вот это побило хорошенько. Это вообще он как разрослась. Оф. Такой у нас град был эти дни. Прям несколько дней подряд. Град. Утром встаешь, снегом, иней прям чуть ли не 2-сантиметровый лежит. Дима рассказывал. Да. Они купили розы. Ага. Хорошие, да? Да. Ну, как мы вот эти посадили. Да, 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 да. С надписями, вот с табличкой, да. Да ты что? Посадили, говорит, угу. Через 2 дня, говорит, все украли. Да ты что? Мы шли, выкопали, забрали. Охренеть, это что такое? Машина, говорит, у нас страшно. Это что такое вообще? У них машину украли. Что за вас такое? Город, что там? Ужас, говорит. У нас вообще близко такого нет. Ну, у нас здесь нету. Может, где-то и есть в Баварии. Это что с ним? Как он лежит, Климка? Посмотри. Что? Посмотри, как он лежит. Он что, сдох, что ли? Нормально лежит он. Это что за форма лежания? Он всегда так лежит. Вы посмотрите на эту форму лежания. Вы такое видели? Это что такое вообще? Хулиган как раздвинул ноги свои бессовестные. Я уже испугалась, думала. Думала, что он уже крякнул. Это что за это? Это что ты делаешь, такие виды? Что такое? Косой мой, сладкий. Бузи мои, сладкие мои. Гости были здесь, вы даже такое не делали. Не засранцы такие, не это делали, не воображали так. Такая погода хорошая. Вот эти тоже поснимай, Джан, все вот это все поснимай, чтобы вот ничего. Это? Да. Оставь только вот эти цветы. Все снимай. Wenn du schon fängst an, раз уж ты начал,
Мы только эти незабудки. Здесь розочка. Я вообще не знаю, откуда она. Мы ее сейчас туда подсадим и посмотрим, пойдет. Потому что ту розу тоже надо. Мы лучше сюда ту другую розу посадим. То, что из сабельки. Тут уже столько всего. Все у нас. Не нужно мне. Это турецкая гвоздика, она не цветет, ничего не делает. Тоже такая странная, да? 2 года она процвела и все. И перестала цвести. Она сказала, что мы здесь же не Турция. Зачем мне здесь цвести? Она не хочет, да. Она Deutsche Malia не хочет цвести. Точно, точно. Лимусик. А, ты сюда тоже яичную скорлупу подложил? Угу. Яичную скорлупу ты сюда тоже подложил? Ну хорошо же, пускай, пускай растет. Надо будет потом сюда обязательно соломки подложить, да? Джан, ты эту яичную скорлупу как вообще бросал? На зеленые ветки? Ты яичную скорлупу на зеленые ветки, что ли, рассыпал? Наткнули, все. Они потом разрастутся по всей деревне, хотела сказать. По всему нашему огороду. И пускай пока растут, ты их потом сними и воткни просто рядом, чтобы не это делать, да? Не скашивать их. И пускай здесь будут пионы и все. Ну, сколько земли. Нифига себе, какие у них корни, да? Я думаю. Да, я думаю, уже хватит. Конь неровно стоит его. Угу. Вот так, да. Так? Вот так, да, да, так хорошо. Окей. Супер. Ну, все, поехали, закапываемся. Давай. Дай-ка водички серые налью туда. Угу. Вот Анюшкин куст уже. Нашей баварской водой. Нашей баварской водой. Нашей баварской водой. Поливаем баварской нашей водой, потому что она целебная. И мертвого оживит. Живая вода, короче. Привыкает к нашей. Да, в баварской земле. Короче, если она хорошо приживется, значит они переедут в Баварию. Это как сказать, земля. Это как называется, от вашего стола к нашему, да? Да. Молодцы, да, сколько привезли. Я и вошнюю землю. Бохумскую землю тоже сюда. Бохумскую землю, чтобы она не сразу привыкала, чтобы у нее шока не было. Действительно. Итак, камни к нам собирают. Ну, ну, с Богом, с Богом. Богом, давай. Расти на здоровье. Радуй нас. Да, расти и радуй нас. Точно. Посмотрим, будет оно цвет в этом году, даст уже или еще нет. Но будем надеяться, что даст. А там рядом розочку посади, Исикину. Розочка. Столько камней здесь, в Германии. Каменная страна. Страна камней. Точно. Сейчас розу тоже сделает, шатик, дырочку для розы. Как ты? А ты ее спрашиваешь? Да. Я думала, ты меня спрашиваешь. Да, да, я думаю, что она хорошо села. Ее и тебя. Ну, ну посмотрим эти дни, как она будет себя чувствовать. Но я думаю, что она будет... Розу сюда она... хочешь? Да, мы ее адаптировали. Да, установили. Вот сюда, да. Чуть-чуть дальше, чуть-чуть. Посередине мысли? Больше. Туда? Туда, туда. Туда. Вот так? Не-не-не-не. Я имею в виду вот сюда, чтобы здесь сюда ты. Нет. Да, вот так пойдет, шатик, так пойдет. Да, генерал. Камни. Давай я тебе сюда поставлю поближе. Она камней.
Давай это мне. Нормально. Чуть-чуть. И поставь, я тебе скажу, с какой стороны. Да, чтобы роза сюда смотрела. Это Исабель говорит, это роза из Маленького принца. Прямо я ей подарила это на 8 марта. Она так разрослась. Она говорит, как от Маленького принца роза. Ну, книжка Сент-Экзюпери, знаете, да? Маленький принц. И прям не могла расстаться. Я говорю, давай ее посадим. Она уже такая для посадки. Для посадки. Готова для посадки. Посадочная стала. Угу. Спереди немножко больше сделай, чтобы у нее было это стабильно, да, она стояла. А? Спереди немножко приподними ее. Приподними. Вот так, да, вот так, да, да, вот так, да, вот так. Да, теперь хорошо. Надо будет подставку сделать для нее, чтобы она не падала. Уже разрослась хорошо. Мама принесла вот такую кочерыжечку. В прошлом году посадили, в этом году уже смотрите, какая. Так, роза принца. Танюшка. Я Тане говорю, я так и назову ее. Танюшка. Будем сажать вазон, не буду я его так пересаживать, а это пересадим, тоже пион, она сказала, что он бело-розовый. Так, вот здесь, я думаю, что здесь он будет хорошо тоже, между розами пойдет. Вот это вроде начинает у меня. Это азалия. Посмотрим, пойдет она или не пойдет. Ну, будем смотреть. Будем следить. Тут земля хорошая, рыхлая, да? А? Пока не снимай его, Джан, не снимай. Вот сюда. Не снимай эту азалию. Вот здесь его сделай. Здесь ничего нету. Сюда хочешь? Да, да, да. Прям посередине. Главное, ну, с Богом. Сажальщик, с Богом. Давай. Ты его поверни так, чтобы... Ну-ка, поверни. О, развалился. Ничего. Еще поверни. Окей. Угу. Так? Да, вот так, да, идет. Сейчас польем. Да. Ну, так это тоже посадить. Супер. Ну? Тот другой я хочу вазон посадить. А? Вазон, вазон. Завтра купим один вазон и посадим его в вазон. Жалко. Чтобы уже, знаешь, если мы его сейчас посадим, потом мы уже не сможем его выкопать, пересадить. Уже лучше сразу вазон посадить, да, и все. Вообще не надо сейчас. Да. Я думаю, мы его посадим вазон и поставим перед дверью входной. Пускай он там стоит, а потом будем заносить домой. Да. Так тоже красиво будет. Делаю глазурь. Добавляю немного лимона. И добавляю немножко молока. Итак, пирог наш полностью готов. Такая красота у нас получилась. Посмотрите, какая прелесть. Он уже подостыл немножечко. Я сейчас его освобожу.
просто прелесть. Выглядит, конечно, он шикарно и бомбически. Вот такая красота. Ну, а теперь мы его зальем. Так вот. Обязательно заливать пирог, пока он еще теплый, чтобы пропитался глазурью и внутри. Это очень важно. Вот такая прелесть. Вот так. Сейчас он застынет. И уже потом можно будет нарезать и пробовать. Я первая. Ты первая, окей. Итак, девочки, мальчики, пирог наш маковый полностью застыл. Я его сейчас не буду снимать с этой бумаги. Я прямо так и нарежу в застывшем виде, прямо на этой бумаге. Вообще-то в Германии режут квадратиками. Ну, я вот из себя выдумываю непонятно что. Так. Теперь самый красивый вам покажу, какой он получается в разрезе. Вот такой получается пирог в разрезе. Это там сверху. Посмотрите, какая прелесть. Тоже сделаю поменьше, а то что-то очень большие куски у нас получаются, девочки, мальчики. Посмотрите, какая прелесть. Показываю вам. Мягкий, безумно. Тесто необъяснимо вкусное. Очень-очень вкусно. И Сабелик сейчас стол накроет, и мы будем пить чай. Вот такая красота у нас получилась. Посмотрите. Какой кухонь. Шикарный. Прям такой весь насыщенный. О, гляньте, как там глазурь прям вся растеклась. Все, несем. Сейчас будет Климусик наш пробировать. Пробовать, то есть, я уже по-немецки говорю, он будет пробовать. Я тоже, и Исик тоже. И Михалыч завтра придет на пробу. О, ромбики. Ромбиками я порезала. Молодец. Да, так, ладно, какой брать? Какой хочешь. Окей, первый попал. Бери. Первый попавшийся, они все одинаковые едят. Там нету лучше, больше, вкуснее. Все с одного котла, с одного и духовки. Давайте, хрумсайте. Я, знаешь, первый попавший. Мы так сказать, даже не знаю. Ладно. Первый попавший. Я там понимаю, мясо. Шашлык. Очень вкусный, Диан. Здесь это цитроны тоже есть, да, немножко? Нет, апельсин. Апельсин, а? А, шкурка апельсина. Очень вкусный, кстати. Я рада. Сейчас, если попробует, ты мне скажешь. Рахмат чай. Ахмат. А, Ахмат. Такой-то чай там. Нет, не Ахмат это. Варенье ореховое, армянское. Тоже первый попавший берешь. Нет, она берет самый красивый. Самый красивый тело. Да? Да. Ладно, я тогда возьму самый-самый некрасивый, который. Вот этот, который самый некрасивый. О, какой хороший. Как, Исабелик, скажи. Сказка. Шикарный. Лекко. А что еще надо взять? Не говори. Чай прекрасный. Кухонь прекрасный. Кухонь вообще шикарный. Вообще бесподобный. Я вам сейчас покажу, какой он мягкий, нежный. Вот мой какой. Вау, какой большой. Можно я?
Покажи, какой большой. А вынесем? Нет, можно тебе, а маленький мне дашь, да. Хрумс. В общем, девочки, показываю вам, какой он мягкий. Он прям тающий. Видите, как она пролазит хорошо. Не надо жевать. Как раз для Михалыча. Да. У кого нет зубов. Угу. Там еще эти орешки. Вау. Бесподобно. Очень вкусно. Лека. Это кайф. Спасибо. Мак же съел сразу, а он стал, видишь? Это как это вот это называется? Маковый. Мак. Ты хочешь? Тихо, так не говори. Типа наркотики, ой, Вася. Так нельзя. Сейчас поедет, полицай остановится, скажет. Наркотик кушал, я скажу, кушал, конечно, кушал. Каждый день кушаю вечером. Шикарно.